В Ульяновской области наградили лучших отцов. 26 июля состоялось вручение региональных наград победителям конкурса «Папа года». Знаком Ульяновской области «Отцовская слава» наградили лучших отцов, которые внесли неоценимый вклад в воспитание детей и сохранение семейных ценностей. В этом году в День отца награду из рук главы региона Алексея Русских получили три папы. Сергей Ревин из Ульяновска, Петр Саркисян из Корсунского района и Дмитрий Щетинин из Меликесского района. Дорогие папы и дедушки, выражаю огромную безграничную признательность вам и всем вашим товарищам за реальную помощь в решении задач огромной государственной значимости по воспитанию подрастающего поколения в духе уважения к старшим, в духе любви к своим близким и к своей родине. 12 многодетных отцов из Ульяновской области были отмечены благодарственными письмами. В их числе отец 11 детей из Димитровграда Андрей Шиянов. Самому младшему сыну 6 лет, старшей дочери, которой уже замужем, 27. Народить-то детей это не так сложно, но самое главное – воспитать и вырастить. Воспитать правильно, в уважении к людям, в любви к людям. Сергей Гутников, папа троих детей из Инзинского района, работает пожарным. 24-й пожарно-спасательной части. Занимается боксом, футболом и волейболом. Две дочери и сын пошли по стопам отца и уже добились успеха в спорте и искусстве. Он пожелал отцам не бояться быть многодетными и всегда оставаться благородными. Детей учите быть вежливыми, справедливыми, ну и поддерживать культуру, спорт, что это на самом деле еще в наше время не хватает. Традиционно в День отца подводятся итоги областного конкурса «Папа года». В этом году заявки на участие подали 116 пап, из которых для участия в региональном этапе было отобрано 23 человека. Решением конкурсной комиссии выбрано три победителя. Первое место занял Андрей Андрианов из Корсунского района. Второе место – Алексей Ксенофонтов из Новоспасского района. Третье место – у Сидорова Алексея из Терентьевского района. Праздник завершился презентацией и обсуждением общественных инициатив, которые реализуют активные отцы из Ульяновской области. Валентина Никонова, Владимир Куликов, Ул-Правда, ТВ.